Привіт усім! З вами рубрика «Закладка». Сьогодні ми говоримо не лише про книжки, а про книжки та психічне здоров'я. Олександр Фіалковський – психолог. Залишив бізнес заради професії. Магістр практичної психології. Регулярно відвідує курси і тренінги, підвищує кваліфікацію. Має більше 15 років досвіду в розробці і проведенні тренінгів та навчальних програм. Член Українського союзу психотерапевтів. Хобі – читання і садівництво. Традиційне запитання. Скільки ти читаєш, коли ти читаєш і як багато? Читаю постійно. У нас в професії є таке поняття, як і у докторів, непреривне навчання. Тому читаю постійно. Читаю з утра, якщо виходить, встаю чуть раніше дітей, поки діти не просипаються, то є іноді 15-20 хвилин, іноді до получаса почитати. Які книжки знаходяться в цій бібліотеці, і які книжки, і яким чином ти купуєш? От від 3 до 10, як саме? Це якийсь певний список, чи це якісь там новинки, які ти чекаєш, чи хтось рекомендує? Рекомендаціями пользуюсь дуже рідко, хоча є кілька книг, які, да, я покупав по рекомендаціям. Абсолютно різна література, різне направлення, починаючи від своєї спеціалізації, це медицина, це психіатрія, це неврологія, це психотерапія, це психологія. Это обучение психологии, тренинги, консультирование и заканчивая там детской литературой. Подбираю все сам, смотрю отзывы, ищу новинки. На прочтение одной книги может уходить, если это, например, какая-то художественная литература, то от одного вечера могу сесть и там страниц 300-400 до 500 прочитать буквально там, ну, там ночь займет еще. А может уходить до 2-3 місяців, хоча книжка по об'єму може бути, наприклад, страниць 200. Чи є автори, які от, ну, майже всі книжки, які є, ти перечитав або вже купив і збираєшся перечитати? В професії, ну, це вся класика. І є зараз живий наш сучасник, це Ірвін Ялом. У нього є 4 професіональні книги і інші там, де він художній формі описує, як він працює, що це за робота. Більше розраховано на популяризацію психології і психотерапії. Філософія. Починаю античною, у мене ще філософська підготовка 5-літня, то починаю з міфології, закінчую, ну, сучасною, до сучасної поки, к сожалению, не добрався, застряв у середньовіков'ї. Тобто на Блаженному Августині, на Граді Божьому. Детская литература с удовольствием, начиная от классики и заканчивая. Ну, классика, это там, например, я люблю сравнивать. Берем, к примеру, Носова, Незнайку. Угу. Оказывается, Незнайка уже писал, вернее, Носов писал Незнайку с Анной Борисовной Хвольсон. Приключения Мурзилки и его друзей, она их написала, по-моему, где-то в 1880-х годах. Она их написала с, сейчас не скажу, кто, канадец, первопроходец был, но он написал поэму в стихотворной форме о лесных человечках. И вот я нахожу, точно так же, как, например, там есть «Волшебник изумрудного города», есть «Волшебник страны Оз». Я ищу, кто, там, скажем, пересказал или написал у нас, затем ищу, есть ли аналоги в современной литературе. Из современной украинской вот, я прочитал «Столетие Якова» Володимира Лыса. После этого раздарил их больше 100 книг. Вот. Приезжал, спрашивал в магазинах, есть ли, если есть. Помню, первый раз, когда покупал определенное количество, 33 книги, помню до сих пор. Я говорю, есть, есть, сколько? А сколько вам нужно? Если вы скажите, сколько есть. Нет, так у нас много есть. И вот мы перепирались, наверное, там, с минуту, затем, когда поняли, что да, наверное, совсем сумасшедший какой-то, сказали, 33. Устраивает? Ну, так, устраивает не говорили. Я говорю, давайте все. Девушка сильно удивилась. Сельские жінки умирают, як квіти, Галина Погутяк. От. Ліна Костенко, вне конкуренції, але поезія. Троє дітей і нема телевізора вдома. Чи значить це, що діти читають більше? І взагалі, от ставлення як батька і як професіонала. Як навчити і чи потрібно вчити дітей читати? Чи можливо цьому навчити і привити цю звичку? От як з читанням у дітей? Я по вечорам читав, незалежно від того, що вони вже там потихонечку проявляли увагу самі до читання. Ну, а сейчас они уже сами таскают, потихонечку приходят, спрашивают, то ли это. Старший вот нас совершенно удивил.
по зарубежной литературе начали проходить Чехов, он говорит, слушай, в одном рассказе на две странички такое впечатление, что такое рассказано на несколько там листов большое, и вот как получается. Пришел, говорит, Чехов есть? Я говорю, конечно, есть. Ну, читаю Чехова сейчас. Вау. Я думаю, что детям нужно читать. Детям нужно читать, и я всегда говорил, что читать до тех пор, пока они не откажутся. Я бы просто рекомендовал родителям экспериментировать, брать, пробовать, но в обязательном порядке читать они должны ребенок. У твоей сторінці на Facebook майже там з великою періодичністю я дочитав останню книжку, і там дуже багато дитячих книжок, але які ти рекомендуєш дорослим? Які саме ти порекомендуєш і чому? Из последних, это просто находка автора, могу сказать потом, «Дикий робот» и «Пакс». Бесподобная литература. Почему рекомендую? Ребенок найдет свое. Например, в «Паксе» рассказывается о дружбе, о прирученном лисенке и мальчика. Но также там описываются повадки лис. Писатель перед тем долго консультировался со специалистами. Там описано в такой форме, чтобы ребенок мог понять, что такое война, что такое ответственность, что хорошо, что плохо, почему, когда любишь, в какой-то момент может быть необходимо отпустить. И настолько сложные темы, настолько понятным, логичным, непротиворечивым языком излагаются, что я, честно говоря, был впечатлен. «Дикий робот» – бесподобная вещь, когда показано, как робот очутился на необитаемом острове со зверями, так, казалось бы, искусственный интеллект, и там объясняется, что такое смерть, что такое приемное материнство. Для молодых родителей поясняет, и я думаю, что им будет очень полезно, что такое быть родителями, что такое хорошие родители, почему. Достаточно сложно, без назиданий, без каких-то сложных материй. Для специалистов они могут это использовать точно так же, работая с молодыми родителями или детками. Якщо говорити про улюблені дитячі казки твої, чи ще з дитинства, чи які зараз, от якщо назвати кілька улюблених саме твоїх казок? Є мультфільм «Фіксики». Угу. Оказалось, що я каким-то образом пропустил, еще, наверное, было детство, где-то в 80-х годах Успенский написал «Гарантийных человечков», «Гарантийные человечки возвращаются», по ним, в конце концов, сняли «Фиксиков». Я об этом не знал, вот с удовольствием обнаружил, с удовольствием читал. Вернулся к перечитыванию «Буратино» и перечитыванию «Коллодия», «Пиноккио» и «Сравнение». Любые сказки, в принципе, с удовольствием читаю, особенно если нахожу что-то новое. Чи даруешь книжки? Ну, во-первых, дарю периодически, когда задваиваю. То есть, что происходит? Перехожу где-то в магазин, смотрю по интернету, езжу на Петровку, вижу какую-то качественную, там, скажем, профессиональную литературу, в обязательном порядке трачу деньги, а затем дарю коллегам. Последнее время, к сожалению, издатели московские перевели «Живого классика» по психологии, по коммуникативной, Шульц фон Тун, привез их, наверное, в Украину порядка 200, ну и раздарил, наверное, десятка два книг. Обычно рекомендую классику, могу дарить то, что впечатлило меня. Что саме зараз читаешь? Яка книжка уже распечата? Вот сейчас начал читать коллегу. Есть коллега, которая училась у нас в проекте, она психотерапевт и делает первые шаги в литературе. Прислала свою книгу, попросила прочитать и дать рецензию. Сейчас параллельно дочитываю, это вот как раз о том, что читаю ли что-то параллельно. Читаю уже, наверное, месяца 4, занимаюсь обучением докторов общению с пациентами. И книга так и называется «Общение с пациентами». И параллельно дочитываю межперсональную коммуникацию тоже. Так, буквально по абзацу, наверное, может быть, даже не в день, а 2-3 дня, потому что, до того она нудная, очень хорошая, качественная, профессиональная литература, но хорошая, качественная, профессиональная литература, первая, всегда нудная, два, ее всегда надо штудировать, ее никогда нельзя читать, ее надо изучать, а часто хорошая литература вообще похожа на справочник, на расписание поездов. Вот читать невозможно, то есть там даются определения, какие-то мысли. Взагалі про бизнес, про то, как там ставить цели, достигать успеха, дуже такая загальна, не конкретна. Есть какая-то книжка, которую можно прочитать каждому, она не зашкодить. Я бы тогда начинал с классики, с маркетинга Котлера. Говорят, что устарело, но, честно говоря, у меня всегда тогда возникает большой вопрос к собеседнику. Книжка,
щось про закоханих, російськомовно влюблених, тайни влюблених. Також на сторінці в Facebook написано, що це за книжка, про що вона? Це збірник розказів, які описують різні форми відносин, причому в різних складних життєвих ситуаціях. Тобто, наприклад, батько, бувший заключений і маленький дитина. Как ни странно, оказалась такая очень душевная, очень, я бы даже сказал, местами пронзительная книга о формах любви, которая не обязательно, но такая бурлескная, всем заметная, а вот она проявляется в каких-то таких мелочах, очень трепетных иногда практически незаметных. Меня книжка впечатлила. Я не люблю рассказы, да, там часто тяжело выразить полностью всю мысль. А це знаходка. Щось дуже позитивне, що би порекомендував? Я думаю, що часто люди звертаються до тебе з такими словами, як стреси, депресії. Якщо так зовсім відвлечься, то Манюня Наріне Абгарян – безподобна річ. Хороша, світла, добра книжка у дитинстві. Причому підійде і дітям, і взрослим. А книжку, яку сьогодні ти б хотів би подарувати комусь із наших підписників, що це за книжка і чому саме її? Це сказки, звісно ж. Я думаю, що це одне із, наверное, чудес світу. «Тисяча і одна ніч» дуже багато алегорій. Восток сильно відрізняється від нас, і вследствие алегорійності, вследствие метафоричності кожен зможе знайти своє. Своє знайде дитина, и свое найдет взрослый. Метафора устроена таким образом, что автор может вкладывать что-то свое, но каждый из читателей может в буквальном смысле найти то, что ему близко. Ну и сказки – это, наверное, самое легкое, что может лечь нам на душу. Я дуже дякую тобі за змістовну розмову, за цей величезний список книжок, які ми і наші глядачі, сподіваюся, будемо читати у 2020 році. Дякую за зустріч. Дякую.